царств, Арийской империи Великого Ара, Арама Великого, Тиграна Великого, Византийской империи Василия II и государства Первой и Второй Республики, объявляем о создании Федеративной Армении как Восточная Армения под протекторат России по границам Советского Союза на Кавказе на правах правопреемственности Армении как победитель Первой мировой войны и Второй, а также создаем Западную Армению как победитель Первой мировой войны, что подтверждается решением арбитражного суда США Видерна Вирстена. Мы наследники также Киликийского царства, гарантами восстановления являются Франция и Британия, и поэтому протекторат Западной Армении будет решать США, Франция, Британия. Центральная Армения имеет исторические корни с Китайской империей и Индийской, поэтому часть передается под протекторат Китая и Индии. Этническая Армения, этносская, хетановская Армения, Айская Армения является родоначальником японской династии, где на остров Айя, по-армянски Хайя, жили наши жрецы и философы, поэтому эта территория Древней Армении переходит под протекторат Японии. Спасибо за внимание. С вами был Григориан Тигран Гекторович, президент военно-патриотического. Подпишитесь на наш канал Гудроньюс и будьте в курсе всех событий.